корм для работы имеется. Планирование расходов и доходов Магадана станет долгосрочным. В городской думе обсудили переход на трехлетний бюджет. В настоящее время казна города формируется на один год. По словам чиновников, это вызывает сложности при заключении ряда контрактов, в частности, со строительными организациями. Внесение изменений в финансовый документ остается возможным. Трехлетний бюджет подразумевает то, что он не принялся, допустим, на три года и все, потому что ситуация, она меняется и помечено меняется. Мы всегда можем дополнять этот бюджет, вносить корректировки. На комиссии по местному самоуправлению депутаты проект документа одобрили. Окончательное решение будет принято 24 апреля на заседании Магаданской городской думы.